Звездный флот зашел слишком далеко. Они пытаются блокировать выход из гиперпространственного портала Баджорской червоточины, замаскированным минным полем. Если им это удастся, мы будем отрезаны от подкреплений Доминиона из квадранта Гамма. Этого допустить нельзя. Заключая альянс с Доминионом, я обещал моим людям, что Кардасия будет владеть всем, что по праву ей принадлежит. Станция Терок-Нор, или как ее предпочитают называть в Звездном флоте, Дальний Космос-9, слишком долго находилась под контролем Федерации. Пришло время вернуть этот стратегически важный объект его законным владельцам. Пока мы с вами разговариваем, наш флот уже находится на пути к станции. И уверяю вас, они ее захватят. Но эта миссия будет бессмысленной до тех пор, пока на выходе из червоточины расположено минное поле. Это минное поле состоит из самовоспроизводящихся зарядов. После того, как будет установлен последний заряд, включится система маскировки, и поле будет практически невозможно обнаружить. Мы не должны позволить Звездному флоту активировать эту ловушку. Вы должны уничтожить сенсорные установки Федерации, расположенные вдоль границы Баджора, и вывести из строя энергетические генераторы минного поля, прежде чем они будут активированы. Система сенсорных установок должна быть уничтожена для того, чтобы подорвать деятельность разведки Звездного флота в этом секторе и облегчить наше вторжение на Терок-Нор. Атакуйте все корабли Звездного флота и Клинконской империи, с которыми вам придется столкнуться. Поскольку вам предстоит встреча с серьезными силами противника, для выполнения этого задания я рекомендую взять как минимум 2 боевых крейсера и 2 истребителя Джем-Хадаров. В случае вашего успеха, весь квадрант Альфа будет в пределах нашей досягаемости. Но в случае поражения... В случае поражения мы окажемся надолго отрезанными от квадранта Гамма. Третья миссия компании The Dominion — охота. Уничтожить сенсорные установки и корабли Федерации... Вывести из строя энергетические генераторы минного поля. Так. Нам нужно, тут правильно сказали, 2 корабля 3-го класса и парочка 2-го. Хватит ли денег? Вот в чем вопрос. Так, продаем все это дело. 42 тысячи. Так, пара боевых. Капитанов к ним. Самых дешевых, естественно. Так, еще пару кораблей нам надо. 14 тысяч. Пару кораблей 2-го уровня. Тонга не по карману, да, она и хуже, чем боевой. Так, 4-3. Так, Нарин 3800 стоит. Так, скорость 5. Ударный. Скорость 4. Стоит 3. Ударный стоит 4200. Нарин стоит 3800. Так, давайте парочку наринов. И у нас 10 тысяч. Да, и нам хватает как раз на 2 капитана. Отлично. Как я и хотел. Все, погнали. Что там у нас по кредитам остается? А, ну все, в принципе, потратили. Ну давайте, что там снаряжение? Генератор? Что такое генератор? Недостаточно средств. Ого, быстро восстанавливающиеся щиты. Давайте, но денег недостаточно, приступаем. Миссия легкая довольно-таки, прямо скажем. Создана первая группа. Всех в одну группу. Направление подтверждено. И начинаем с уничтожения сенсорных полный установок. Полный импульс. Вот они поперек карты. Сначала выведем из строя сенсорные установки, а затем выведем из строя генератор в верхнем правом углу, и все. Ну и тут будут небольшие сражения.
у нас численное преимущество, поэтому никакой угрозы они для нас представлять не будут. Паралет. Атакуем цель. Паралетик. Полный импульс. Тип атаки подтвержден. В такой стае никаких шансов не было. Вражеский тип корабль атаки подтвержден. Полный импульс. Тип атаки. Вражеский корабль уничтожен. Первая сенсорная установка уничтожена. Переходим ко второй. Кто там звонит, ёлки-палы? Господи, да боже мой, замучает теперь меня. Вражеский корабль уничтожен. Тип атаки подтвержден. Так, летим к следующей. Сабль. О, какой-то корабль. Обнаружен. Направление подтверждено. Сабелька. Тип атаки подтвержден. Первоуровневый истребитель против четырех кораблей, из них два второуровневые. Третий уровень, вернее. Вражеский корабль уничтожен. Следующая сенсорная установка. Тип атаки подтвержден. Полный импульс. Акира. Полный импульс. Атакуй цель. Переключаемся. Усиливаются носовые щиты. На носовые щиты. Бедная Акира даже сделать ничего не успела. Параллель. Обнаружен. Вражеский корабль уничтожен. Еще один параллельчик прилетел. Атакуй цель. Вражеский корабль уничтожен. Сабля. Обнаружен. Тип атаки подтвержден. Сабелька прилетела. Атакует по одному, даже не интересно. Вражеский корабль уничтожен. Вражеский корабль уничтожен. Тип атаки подтвержден. Так, я вижу там две сабли, две акиры. Паралет. Обнаружен. Тип атаки подтвержден. Полный импульс. Паралет где-то у нас за спиной очутился. Догоняем тогда. Он собирается с нами воевать вообще? Или он от нас улетает? К нам летит. Вражеский корабль уничтожен. Тип атаки подтвержден. Возвращаемся к сенсору. Тип атаки подтвержден. Полный импульс. Исполняю.
Тип атаки подтвержден. Вон дальний космос, станция. Но в этой миссии нас дальний космос не интересует. К ней подлетать не будем. Вражеский корабль уничтожен. Исполняю. Тип атаки подтвержден. Это, по-моему, последняя сенсорная установка. Нет, предпоследняя. Вражеский корабль уничтожен. Вот последняя сенсорная установочка. Ее охраняют два штурмовика класса 2. Но тут уже посерьезнее бой. Хотя, без проблем. Вражеский корабль уничтожен. Атакуй. Вражеский корабль уничтожен. Клингонский корабль. За клингонов нам так в этой игре клингонскими кораблями повоевать так выбрана и не получится. Первая группа. Я понимаю. Вражеский корабль уничтожен. Так, значит, мы выполнили задание по уничтожению. Нет, подождите, а почему нам? Почему нам не засчитали уничтожение сенсорных установок? Вот нам засчитали уничтожение сенсорных установок. И теперь летим на гиперзвуке. Уничтожать генераторы. Направление подтверждено. Вон они в верхнем правом углу находятся. Там очень много орудийных платформ, поэтому нужно быть осторожным. Миссию прохожу без сохранений. Вон они. Следую указанным координатам. Так, дальше идем. Исполняю. На обычной скорости. Стоять! Полный импульс. Какой гиперзвук, сука? Остановиться. Нужно их с дальней дистанции расстреливать. Тип атаки подтвержден. Оружейная платформа. Так, я дал команду стрелять с дальней дистанции, чтобы не подставляться. Вражеский корабль уничтожен. Тип атаки подтвержден. Вражеский корабль уничтожен. Тип атаки подтвержден. Вражеский корабль уничтожен. Атакуй цель. Так, осталась последняя орудийная платформа. Вражеский корабль уничтожен. Ну и все. Сейчас добиваем. Тип атаки подтвержден. Вот эти сенсорные установки и миссия пройдена. Вражеский корабль уничтожен. Вражеский корабль уничтожен. Тип атаки подтвержден. Вражеский корабль уничтожен. Атакуется. Все, миссия пройдена. Вражеский корабль уничтожен. Миссия пройдена, победа засчитана, да? 22 тысячи кредитов. И у нас уже всего 82 тысячи. Всем спасибо, всем пока.